Главы государств и правительств Евросоюза съехались в Брюссель, чтобы обсудить результаты выборов в Европарламент и определить, кто возглавит Еврокомиссию. Это может быть датчанка Маргарета Вестагер, чья либеральная партия набрала много голосов, или нынешний первый заместитель Жан-Клода Юнкера, голландец Франс Тиммерманс, сообщает Евроньюс. Президент Франции предпочел бы видеть на этом посту француза, например, главного переговорщика по Брекситу, Мишелем Барнье. Тот, к тому же, состоит в Европейской народной партии, получившей большинство мест. На саммите будут отобраны претенденты на другие высокие посты в ЕС. Канцлер Германии считает, что главой Еврокомиссии без промедления должен стать кандидат от народников, тоже немец Манфред Вебер. Встретившиеся накануне лидеры парламентских фракций выразили пожелание, чтобы глава Еврокомиссии был отобран из их ведущих кандидатов. Тем самым разворачивается борьба между ветвями власти за ключевые кадровые назначения.